Одним прекрасным летним утром я, проснувшись, обновил Steel and Flash на эмуляторе и пошел играть и изучать новую систему боевки и вообще обновления в целом, чтобы научиться правильно драться, ну и запилить новый гайд для вас. Для этого идеально подходит арена. Как обычно, я нашел город, где была арена, нажал на графу «Город», затем выбрал «Арена». Но то, что я увидел дальше, поразило меня просто невероятным образом. Я не успел сразу включить запись, но вы можете понять уже, что там происходило по этим кадрам. На арене происходило месиво в прямом смысле слова. Солдаты вылуплялись со скоростью света и также разбрасывались по арене, как только их стало слишком много. Уходили в текстуры, залезали в стены, дрались друг с другом, и все это под невероятные лаги, баги этого самого эмулятора. В скобочках, с компьютером было все хорошо. Это не он виснет, это эмулятор просто не вывозит. Мягко говоря, охреневая от происходящего, я решил выйти из арены и попробовать повторить этот баг уже на запись. Фрагменты вырезаны, потому что там реклама, не потому что я там что-то крутил в программном коде и так далее. Кому будет интересно, может, скину без обрезания с рекламой. Но уж точно не на YouTube-канале. К моему величайшему удивлению, баг повторился сразу же. Все происходящее я комментировать не буду. Вы и так все прекрасно видите на своих экранах. На третьей арене произошло ровным счетом то же самое, с одним только отличием. Конники куда-то делись, а вместо конников были одни только пехи. Но и это внесло свои коррективы. И поправки, да и вообще свой шарм. А знаете почему? А потому что их становилось просто в разы больше, чем этих несчастных конников. Ради интереса я решил посидеть на этой арене немножко дольше, чем обычно, чтобы понять вообще, до какого числа добьются эти цифры, воины и так далее. Сколько станет воинов на арене вообще максимум, потому что не секунда, так число только прибавлялось. Несмотря на то, что периодически солдат выкидывало за арены, за текстуры, они там подыхали. Самое интересное в этом мракобесии было то, что красных было всегда в разы больше, чем синих. Они рождались просто в невероятном количестве. А синие постоянно пребывали в численности от 10 до 100 человек. Yeah!
Вот максимальное число, которое вы видите на экране, до которого мне удалось вообще добить красных пехов. После этого эмулятор отказался вообще работать и завис. Вот, как вы видите, я двигаю курсором, ничего не происходит. С компьютером все хорошо, вот я там тыкаю, выхожу из эмулятора, нажимаю на винду, на все эти штучки-дрючки, звук, не звук, интернет, не интернет. Но, как вы видите, вообще жесть. Я не знаю, что это, я не знаю, как это комментировать. Может быть, вы знаете, может быть, вы понимаете, что тут вообще происходит. Но первый раз зайдя и словив этот баг три раза подряд на трех аренах, я просто, мягко говоря, выпал в осадок. И не знаю даже, как вот это комментировать. Просто не знаю. Ну а если вам понравилось данное видео, и вы также испытали хотя бы какие-то эмоции, посмотря его, то всем спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видосы. Но это реально была просто какая-то жесть. Признаюсь честно, я ничего не крутил, ничего не делал, нигде программно никакой код не менял. Просто они сошли с ума. Я не знаю. Ладно, ребят, всем пока, всем до скорых встреч. Увидимся в новых гайдах и новых видосах. Скорее всего, в следующем видео будет либо как начать игру после обновления, либо гайд по системе боевки в этой игре. Всем пока и до скорых встреч.